Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, где мы будем абсолютно без вложений зарабатывать денежку. Зарабатывать мы будем в долларах, а выводить на FaucetPay в биткоин сатошах. Вот так вот он называется по-английски. Light. Что-то такое. Ну, здесь все просмотрите, переведете на русский, кого заинтересует. Почитайте, что здесь пишут. На данный момент здесь два платежных реквизита. Это FaucetPay и вот этот вот кошелек. Возможно, в дальнейшем запустят и Perfect Money, и Payr. Вот, ну пока что две платежки. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Ставим везде галочки. Разгадываем капчу. Переходим на почту. Подтверждаем электронный адрес. Вход по логину и паролю. Значит, и попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь основной баланс, рекламный Пуршаза, BTC Wallet. Он нам нужен будет при выводе средств. Так как при сборе, при просмотре рекламки, нам вот денежка капает на основной баланс. Ну и обмен трафика. Далее вот здесь находится наша партнерская ссылочка. Вот, и вот здесь читаем информацию, что нам за каждого приглашенного здесь пишут, начисляют партнера 0.305 долларов. Ну, вот копеечка вот такая капает. Вплоть до второго уровня. Ну, я здесь смотрела, читала информацию, как бы я про второй уровень здесь ничего не нашла. Зарабатывать мы будем ПТС, Афервал, видео. У кого показывает видео, можете просматривать видео. У меня видео не просматриваются. Шортлинк и фаусет. Также вот здесь слева меню ПТС, афер, кран, обмен трафика и видео. Ну, давайте зайдем. Вот здесь бонус, у меня он не кликабелен почему-то. Вот кран. ПТС я уже все просмотрела, там рекламку все мы умеем смотреть, там реклама просматривается как и BTC Litecoin, ой, Litecoin ADS, вот. И вот такой вот кран. На кране я еще не работала, и мы можем здесь зарабатывать вот такой суммы, да, вот такой вот. Давайте разгадаем. Капча. Что у нас тут за капча будет сейчас? Угу, мотоцикл. Следующий. 5 мотоцикл. Выбираем. Ну и все вроде как. Галочка. Нажимаем клейм. Страничка обновляется. И что мне дали? Ну, опять обновляется все. Ну, у меня баланс вот увеличился. У меня было 0.207. Ну, вот как началось. Ладно, нажмем резюме. Ну, вот мне дали, наверное, вот это по минималочке. Сейчас вернусь в аккаунт. А вот здесь ПТС-ки, друзья. Значит, кликаем на ПТС. Можно здесь кликать, можно здесь, без разницы. И вот у меня просмотрена на данный момент вся рекламка. Так, сейчас я вам и не покажу. Но так нас перебросит на страничку. Мне уже просмотрено. Сейчас рекламку закрою. Вот видите, сразу же перебрасывает на рекламируемый сайт.
Вот, ну, с просмотром как бы проблем не будет. Далее что, друзья? Так, по заработку я вам все показал. Видео, у кого показывает, можете просматривать. Идем мы, давайте пройдемся по настройкам. Вот здесь настройки. В правом верхнем углу. Можно установить аватар. На оранжевую вкладочку выбираете аватарку. На синюю сохраняете. Оплата. Здесь мы прописываем платежные реквизиты. Я прописала адрес биткоин кошелька на Faucet Pay и биткоин адрес. Нажала сохранить. Все как бы сохранилось зелененьким. Это информация вот по этому кошельку здесь. Здесь можно изменить пароль, вкладочка, и установить двухфакторную аутентификацию, защиту. Так, я уже собрала денежку, друзья, рекламку просмотрела, и я хочу вывести, как бы, пусть будет это одна сатоша, потому что видим, да, какой маленький баланс. Я хочу сделать в режиме онлайн вывод. Здесь минимальный вывод, но очень маленький, 0.301. Но прежде чем выводить, нам надо с основного вот этого баланса перевести вот на этот баланс BTC Wallet. Так как я нажму вывод средств, и здесь вот такая вот кутерьма написана. Чтобы не было проблем, нужно перевести с основного, с майн баланса на биткоин валет. Вот здесь у меня майн баланс, а здесь BTC валет. Значит, смотрите, минимум на Faucet Pay 0.3010. Такая маленькая сумма, минимальная. Максимум здесь $50. И на BTC валет здесь вот одна сатоха. Давайте я нажму трансфер и переведу монетку. Значит, с майн баланса я вот сюда кликаем Purchase, BTC Wallet. И вот у меня такая сумма. Значит, это мы стираем 0.00950. Нажимаю перевод. Ваши деньги переведены. Валет. Здесь деньги. Вот BTC валет. Вот они, мои деньги. Так. Ладно, идем в вывод. Так, я выбираю BTC валет. И вот мои сатохи. Так, надо это все скопировать аккуратненько. Копирую вот эту сумму. Так, Faucet Pay. Сюда я вставляю сумму. Обратите внимание, не 2% комиссию. Нажимаю вывод, подтверждаю, и автоматическая выплата была успешно обработана. Нажимаю история. Готово. Значит, платит инстантом, друзья. Идем на Faucet Pay. Вот у меня за вчерашнее видим, да? 28 число.
Сегодня у нас 29. Нажимаю перезагрузить. И с учетом комиссии они взяли 2%. Вот смотрите. Вот этот Light GPT Earn Free BTC 102 сатохи. Слушайте, да и неплохо. 29 число. Даже очень неплохо. Вывелось. Платит инстантом, друзья. Вот таким вот образом. Так, ну что? Значит, по выводу я вам показала. Далее перевод я показала. Так, вывод. Деньги закрываю. Реклама. Здесь можно также рекламировать баннеры ПТС, обмен трафика, свои проекты, так как это еще и реклама, рекламная платформа. Здесь вкладочка реферал, прямой реферал, неограниченное количество можно иметь. Так, это линк у нас. Также здесь у нас находится наша партнерская ссылочка. И вот здесь находится, вот кликаем баннеры. Еще я хочу ваше внимание обратить на апгрейд, друзья. Вот здесь баннеры. И вот меня зацепил вот этот апгрейд. Вот здесь вкладочка. Значит, смотрите. Здесь мы работаем на бесплатной основе. Да? Вот статус free у нас. Здесь актив юзер и премиум. Значит, смотрите. Здесь на 30 дней в долларах 15 центов. На 90 дней 45 центов. На 180 дней 90 центов. И на год доллар 80. Согласитесь, это 15, на месяц 15 центов, да? Не сильно и много. И вот этот премиум, самый типа такой крутой, да, премиум на 30 дней 2 доллара. И тоже я считаю, это недорого. Вот такие здесь расценки. Значит, и что я еще хотела посмотреть по депозитам. Я не смотрела, если делать депозит. Депозит-то надо делать на Porsche за баланс. И вот я не знаю. BTC. Что у нас здесь? А, Coin Payment, Litecoin. Депозит. На BTC Wallet идет он. Ну как. Ну ладно, потом уже буду разбираться, пока не горит. Ну, в принципе, и все такое я вам основное рассказала. И вот здесь новости. В новостях написано, что он работает с 29.05, 29 мая. Ну, можно сказать, почти только что запущен. Проект стартовал недавно. Кому интересно, присоединяемся. Кому не интересно, не присоединяемся. Хотите работать, хотите не работать, ваше дело. Продолжение будет следовать. Буду периодически мониторить проект. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!